На данном участке полностью будет замена 528 метров трубопровода диаметром 800. Это головной участок третьей магистрали от Саратовской ГРЭС, которая обеспечивает теплоснабжением центральную часть города и связывает две насосные станции перекачащие. Работы ведутся здесь в стесненных условиях с учетом всех имеющихся подземных коммуникаций, поэтому достаточно сложное решение пришлось принимать, и вместо традиционных каналов используют технологию монолита. Канал заливается поэтапно, значит, для того, чтобы обеспечить надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации трубопровода. Трубопроводы на данном участке меняются на современные предизолированные высокой заводской готовности с оперативным диспетчерским контролем по намоканию и выявлению в случае повреждения, значит, на участке с точностью до 1 метра. Это КЗУ называется, когда две голых трубы стыкуются, потом между ними проводочки здесь соединяются и забивается специальная смесь двухкомпонентная, туда заливается, и до появления вот этого скраба, то есть она поднимается, и за счет этого вся полностью изолируется, и такая же вот получается только у изоляции. То есть внутри там тоже утепленная. Система УДК, так называемая, которую можно определить не... Вот они, эти датчики будут, сюда датчики края стоят специальные. Выводятся на кавера, на надземные, и подходит оператор, может прибор подсоединить, и в любой вот трассе, там они обычно проектируются от камеры до камеры. Вот, и это подсоединяет специальный прибор, и он определяет точно, в каком месте произошла возможное, ну, промокание. Диагноз приходит, проверяет, значит, где-то утечка есть, потому что под землей не отгадаешь, где она текет. Чтобы если ремонтные работы вести, так их нужно вести в определенном месте. Еще один объект, на котором мы с вами сейчас наблюдаем производство работ по замене трубопроводов. Тут диаметр уже поменьше, диаметр 400. Значит, в планах здесь переложить 800 метров трубопровода. Также этот участок 65-го, по-моему, года ввода в эксплуатацию. Последний капремонт выполняли в 95-м году. Также участок здесь подвержен интенсивной коррозии, так как есть подтопление грунтовыми водами, водами сопутствующих коммуникаций. Вот. И на нем было достаточно большое количество повреждений. Собственно, у нас все участки, которые выбраны под перекладку, они выбраны не просто так. На всех из них было достаточно большое количество повреждений. И в целях повышения надежности, значит, мы приняли решение в компании данные участки подвергнуть замене. Вот. На данном участке работы ведутся специализированной организацией по договору подряда компании ООО «НИК». Срок выполнения работ также он обусловлен началом сентября, чтобы уже к дню города все работы были завершены и основные все участки транспортных артерий города были доступны для горожан к свободному доступу. В этом году наша компания подошла масштабно к проведению ремонтной кампании на тепловых сетях. У нас ведутся работы по замене теплотрасс на 10 участках. Мы в этом году заменим 17,5 километров. Вот. Все трубы положим в ППУ изоляции, заменим все железобетонные лотки и реконструируем тепловые камеры. Все работы мы планируем завершить до 1 сентября.